Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Hill Climb Racing 2. Забираем награду. Так, магнит, ускоритель, фляг. Так, у нас здесь еще сундучок. О, госпожа Банни. Тяжеловес стартовый усиленная. Так, ну, как ты помнишь, мы с тобой копим деньги для того, чтобы приобрести новый байк, который открыли в прошлой серии. Так, новые задания. Ну-ка, покажи мне. Проедь на супердизеле в городе приключений. Нет, спасибо. Подожди, хотя там награды. О, ну, в принципе, неплохие, но я буду здесь, друзья мои, рвать когти. Нам нужно, наверное, вот до сюда добраться. Вот, 5000 монет. А там танк. Мы не успели с тобой открыть танк. Потом снегоход. Моноколесо. О, шик да блеск, друзья мои. Там впереди что? Так, ну его нафиг этот мотоцикл. Пойдем за танком. Ну что, друзья мои, поехали. Конечно же, поехали. У нас сразу гонка. Сразу гонка. Так, мы можем, хотел сказать, прокачать. А потом подумал, какой прокачать? Ты что, Рэй, совсем что ли? Мы же деньги копим. Прокачать. Давай, тихо ты. Так, сзади проныра какой-то меня догоняет, ребят. И он, скорее всего, меня может перегнать. Но я тоже, конечно, просто так не сдамся. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Упс. Вот-вот. Вот оно. Такое было место неприятное. Но, слава богу, моя турбина мне помогла. Вытянула меня. И мы с тобой занимаем первое топовое место. Но этот на хвосте был. Сидел там, так скажем. Так. По-моему, он... Ага. Хорошо, мы летим. Да он не отстает, а ты посмотри. Тоже, видимо... Ой, чуть было не навернулся, ребят. У него машина намного плавнее идет, чем моя, я уже заметил. Так, тихо-тихо. Должны взять первое место. Как с куста. Первая позиция, но он все равно гаденыш сзади едет. Научись кататься, ну бас. Так, все равно я первый. Поехали. Блин, сейчас плохо стартанул, но он я... Так, стоп. А куда ж ты делся-то? Нет. Господи ты, боже мой, ребята. И каким же я буду на втором месте? Твою налево. На втором паршивом месте. Слушай, а как кастомизацию делать? Кто-нибудь не скажет? Ну, я имею в виду, как моего персонажа переодеть? Здесь, что ли? Ага, по-моему, здесь. Или не здесь? Блин, я не помню, если честно. Где у нас идет кастомизация моего персонажа? Где гонка, что ли? Да нет. Друзья, если кто помнит, напишите мне, пожалуйста. Я что-то не могу вспомнить, где у нас идет кастомизация именно моего персонажа, где одеваются там костюмы и тому подобное. Так, это опять фабрика. Фабрика — это очень опасная штука, ребята. Да куда ты меня поднимаешь? Уже не надо поднимать, блин. Трындец, блин. Иди отсюда, рейсер. Из-за вот этих магнитов, ребята, я профукал время. Пипец. А мы что, только вдвоем? Остальные где-то там отдуплились.
Если бы не этот шивый магнит, все было бы у нас хорошо. Ну давай, ты гусь. Слушай, не разбились. Чего ты там забуксовал-то, парень? Так, мы первые вроде бы, да? Или мне кажется? Едем аккуратненько. Давай, 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 давай. Есть. А я один остался. Остальные все в смятку, по ходу дела, разбились там. Так, ну что, я неплохо стартанул. Опять? Давай без вот этих вот своих магнитов. Мне недаром не нужны. Я лучше потихонечку своими силами, да? Вот так вот. Первая позиция. То есть я получаю 100% первое место. Угу. Так. Ну что, дальше едем? Что тут думать? Юху! Так. Эрик, вали-ка нафиг. Мне кажется, что какими-то рывками игра идет, нет? Да почему у меня вот все время на заднее колесо-то? Я не пойму, блин, хоть тяжелый вес оставь, ну серьезно, блин. Вторым пришел. Вот это меня бесит, блин. Постоянно передок закидывает, блин. Назад, блин, это бесит. Опять стартанул хреново, блин. Ну ты посмотри, вот все время мою машину закидывает вперед. Вот смотри, она так и хочет перевернуться. Да давай, 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 родной. Этот сзади, он по пятам идет. Есть. Вырвал победу, твою ж, налево. Так, ну что, пока мы первые. Хреновый опять старт был. Че он там делает, я не могу понять. Что у него там срабатывает, а? Скажи мне, вот это вот мелькает, я не понимаю. Блин, по-моему, я буду вторым. А, еще гонка. Да ёпрасоты, ну. Ты видишь, у него машина как едет, блин. Что у него там светится такое, я не пойму. У меня нет такого, вот. Да, еще давай. Не, вторым. Блин, а я второе место. Я не понимаю, что у него там было такое. Как он. Где моя тачка? Так, что у нас есть на нашу машину? Что мы можем установить? Успешных переворотов. Это мне нафиг. Подожди, это что такое у нас? Так, ускоритель мощности после успешных переворотов. Да нафиг он мне нужен, этот ускоритель мощности? Я не понимаю. Вот это ставим. Ускоритель мощности. Так, здесь у нас что? Ускоритель мощности для колес. Это ускоритель мощности после... Да, не надо мне не после никаких переворотов. Так, увеличьте урон, наносимый разрушаемым объектом. Нафига?
При идеальном приземлении после прыжка в воздухе. Силовое ускорение. Все, поехали, попробуем. Фух. Да ты тихо, ты. По-моему, мою машину как-то уж больно лихо бомбит. Или это кажется так? Ну! Пипец, сейчас перевернется, да? Взяли. Блин, мы взяли, еще и успели перегнать их. Ну вот тут бензин есть. Я немножко прихренел на самом деле. Да, это было, конечно, что-то с чем-то. Так, тут главное не разбиться. Знаем мы вот эти вот. Горючку пропустили, блин. Потихой, потихой грусти. Нормально. Все идет хорошо. Прям, я бы сказал, изумительно, да, ребята? Первое место нам обеспечено. А как эту турбину-то включать, которая вот у нас, вот эту вот ракетницу-то, как она должна у нас активироваться-то? Или она сама? Тихо, ребятули. Куда я мне что, больше всех надо, что ли? Ага, мы сократили путь. Таким способом, да? Блин, а вот это вот. Так, я назад лучше уеду. Трындец хотел. Ну, ты понял, да? Я хотел съехать, но не получилось. Ладно, главное, что первое место. Все-таки я его заслужил. Так, это что у нас такое? Новый кубок. Пустынные пещеры. Ага. А где у нас танк-то, я уже не помню. Вот здесь. До танка нам как до Китая раком. Ну чё? Пустыня? О, там кто-то уже на танк. Тихо! Фью. Это было страшно. Страшно опасно. Особенно вот такие вот прыжки, да, ребята? Вытянул, ты прикинь? Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Да, вот это дичь. А все говорят, дизель фигня, дизель норма. Да, единственное, что его, конечно, бултыхает, как не знаю кого. Но гоняет-то он нормально. Он может уступить только лишь гоночным машинам. А что-то у меня турбина... А турбина-то что, улетела сразу, оторвалась? Я не понял. Тихо. Тут главное... Ага. Видишь, как мы набираем скорость? Ну, естественно, она у нас прокачана, слегонцухи. Полет над гнездом кукушки сейчас только что было. Четенько. Все прекрасно. Так. Ну что, поехали. А вот сейчас был плохой старт. Но все равно, ребята, у нас скорость как бы. Я не хочу туда. Но, видимо, придется. Тихо ты. Еще тебе я не проигрывал. Охламонище. Лезет тут ко мне. Он, интересно. Нет, он... Он испугался. Но все равно, друзья, первое место. Сейчас мы с тобой откроем еще что-то новенькое. О!
это я называю щеманули. Так, тихонечко. Упс. Мало. Ай, да. Слишком быстро — это не значит, что слишком хорошо. Же надо было такая. Убить водилу бы его. Просто в параблик вписался, да? И все. И хана мандрыга. Ну, тут замечательно. Тут не было этих домов, поэтому первое место, понятно, обеспечено нам. Так, ну, гонка еще не закончена. 3 из 3. Слушай, друзья мои, а где боссы у нас? Напишите мне в комментариях, если кто помнит, где у нас боссы, с которыми мы должны соревноваться. Помнишь? Вот я что-то не понял. Здесь я их, по крайней мере, не видел. Должен же быть режим с боссами. Так. Первое, да? Первое место. Есть контакт. Ну, итого, ребята, я на первом месте. Все. Забираем с тобой новую трассу. Откроем, нет? Открыли. И это у нас новый кубок. Столичный кубок. Столичный кубок. Так, сколько? 3500. Новые колеса, ребята. А что за новые колеса? 42 тысячи. Оу, вот оно. Все, ребята, вопрос исчерпан. А вот он, грязный ралли, босс, побрякушки. Что за новые колеса? Так, подожди. А, они, наверное, и не для моего, да? Они новые колеса мы получили, фиг знает на что. Что-то не пойму. Мы получили новые колеса, написано было. Может быть, мы надо их насобирать было? Ладно, поехали. А, мы вдвоем с ним? Тихо. А я уже думал, где у нас боссы? Вот они, боссы. Он прям, ребята, вот прям вот любую ошибку я допущу, и он меня обгонит. Чё? Фига, а как он так сделал, блин? Под конец прям стартанул на ровном месте. Просто стартанул на ровном месте. Я с ускорением был, блин. Прикинь, он без ускорения меня дрючит. Да этого быть не может такого. Походу дела, у него, ребята, движок все-таки мощнее. Движок, что ли, прокачивать, а? Смотри, видишь, стартанул как. Просто не отстает от меня, а? Зашибись, он еще и перелетает тут, как я не знаю кто. Ну? Да ты серьезно, что ли, блин? Ты оборзил, я не пойму. Я с ракетницы херачу, с этой с фигней и по барабану все, ребят. Не. Нормально? Расклад. Улетел. За 3-9 земель уже от меня. Как ребенка просто на велосипеде сделал. Прикинь? Да.
Естественно, меня... А чё так дофига-то откинули, эй? Я не знаю, блин, движок что ли прокачивать, ну... Или все-таки копить на мотоцикл? Нет, мне нужен, ребята, мотоцикл. На мотоцикле, мне кажется, я его смогу сделать. Так, ну что, пойдем, наверное, что у нас там в... Нет, не приключения, события. Что, у нас там есть билеты? Нету? Это что еще такое? А что это такое? Не пойму я. Обрушение замка. Внешность. Что это? Я не могу понять. Вступить. Гонка. Ты серьезно? Понятно. Его мотыляет, как я не знаю кого. Как тут? Да ну. Я тебе серьезно говорю, его мотыляет, как... Не могу сделать вообще. Блин. Вступил, называется, блин. В зимние гоночки. Просто посмотри его, мотыляет, как не знаю кого. Зашибись. Просто называется... Неудачно приземлился. Сколько попыток-то? Ну это дебилизм, ну серьезно, ребят. Да как тут? Я не понимаю. Да ты, блин, твою налево, блин, он ничего не хочет делать. Все, последний раз, ребят. А, минута. У нас время еще, оказывается, тут идет. Вот там шапка улетела. Держи, блин, баланс называется, да? Да давай ты, господи, лети. Трындец. Не, ребят, я... Я не знаю, нужно 10 звездочек получить. А почему костюмы именно на девчонок? Я не знаю, как тут можно вообще выигрывать. Так, сундук у нас еще тут бесплатный, оказывается, был. Кубки, приключения, глобальный и локальный. Сельская местность. Ого, а, ну тут звездочки. А у нас звездочки-то есть вообще хоть сколько-нибудь, нет? Че, попробуем проехаться по лесу? Да не надо мне двойные монеты. Блин, как мне накопить эти 60 тысяч, а? Чтобы купить себе мотоцикл. Так опять же, я его куплю, его же нужно еще прокачать. Он же будет, наверное, поначалу фуфловый. Без прокачки, без всего, да?
побрякушки. Босс побрякушки, блин. Так, это что, бесконечно будет длиться или что? Или пока горючка не кончится? Тихо, не чуди. Бонус. Так, тут главное забирать горючее, чтобы оно не закончилось. Сколько мы получаем денег? А, 1200. Слушай, ну неплохо. Тихо, давай, отлично. Стабилизировался. 1250 в карман получили. Так, уже 50 тысяч, прикинь. Пятьдесят одна тысяча. Пятьдесят две триста. Упс. А вот тут мы пропустили горючее, ребята. И как бы нам это боком не вышло. Так, впереди горючее. Давай. Ну что это за... А что такое-то? Ребята, я не знаю, что произошло. Он почему-то не стал у меня ехать. Остановился и все, ни назад, ни вперед. Ух ты, странник, второй класс. Что там, первый класс? Новый костюм водителя, мусорный шлем. Так, новые достижения. Ну, неплохо. Давай попробуем здесь, в лесу. А что, мне нельзя на моей машине? Слушай, ну двойные монеты было бы... Это кто? Это я? Сам с собой, что ли, соревнуюсь? Уже да. То есть побей свой рекорд, что ли, или что? Да я бы его там побил бы, если бы у меня машина бы не перевернулась. Я не знаю, с чего вдруг она перестала вообще ехать. Просто встала тупо на месте и все. Я думаю, ты, наверное, заметил, да? Я думал, что ли горючее кончилось. Нет. Слушай, смотри, я сам себя перегнал. Насколько? Неплохо. Давай, быстрее. Вот здесь, по-моему, где-то, да? Нет, не здесь. Еще до того места 600 с лишним метров. Ну, слава богу, горючку хоть подобрали. Твою налево, теперь это полено вшивое, а? Ну ты посмотри. Так, это, походу, дело мои рекорды, ребята. А почему здесь-то нету? Я не могу никак понять. Тут, наверное, нужно именно вот на этой машинке ехать, скорее всего. Ну-ка, проверим. Да. Какое-то недоразумение, ребят. А не машина. Таких маленьких колесиков еще к тому же.
Да ёк, Махарёк, ты едь ты нормально. Что ты... Так, через 140 метров мы получим с тобой сундук какой-то. Что за сундук? Давай ты... Еле-еле, друзья, еле-еле он поднялся. Так, сундук получил. Следующий через 450 метров. Будешь ехать сегодня или нет? Да, ужас какая-то, не машина. Привык к машине с комфортом теперь. Бил. Фига, я представляю. Тут можно отдуплиться просто от одной только тряски на этой машине. 260 метров. Давай попробуем забрать второй сундук. Не грусти. Так, ну зато у нас денег 55 тысяч. Сейчас разобьется, да? Нет. Да куда ты? Да что? Доигрался, блин. Так, ну что, тут еще 1400. Клинья, колеса. А здесь что этот? Ага, теперь типа на байке проедь, да? Сколько там звездочек нужно? 5? Подожди, тихо, подожди. Чтобы открыть следующую трассу, нам нужно 50 тысяч звездочек. 50 тысяч звездочек, вы серьезно? Давай откроем. Мало. Маловато будет. Есть контакт. Так, друзья, где этот магазин? Где эти гонки? А ну-ка, иди-ка сюда. Да, приобрел я его все-таки. Повысить бесплатно. Так, ну что, бесплатно, да? Бак топливный, наверное, не особо мне нужен. Вот движочек. Ну что, давай протестим нашу малышку. Пока не могу ничего сказать, если честно. Не пойму. Ну, вроде как. Понятно. Чуть-чуть бульк и все. Подожди, а мы... А, ее же кастомизировать. Ладно, проедем сейчас гонки и потом попробуем кастомизацию провести. Может быть, там что-то есть, новые колеса или еще что-нибудь. По идее, он должен ехать нормально. Что-то как-то вот... Что-то не хватает. То ли ускорение. Так, тихо. Мотыляет его очень сильно. Сильно мотыляет. Немножко как бы недоволен. Ну ладно. Он у нас, запомни, еще не прокачанный это раз. А во-вторых, без какой-либо начинки. Так что сделаем скидку именно на это. Плохой старт был. Так, наверх мы не поедем. Все тут, я смотрю, сбросили скорость. Меня не сильно и подкидывает на этом мотоцикле. Так, допустим. Слушай, ну первым местом здесь пахнет. Если я, конечно, куда-нибудь не врежусь и не разобьюсь, все.
Поцеловался с землей. Так, ну что, первое место, класс. Разблокировать касанием. Окей. Так, где у нас происходит кастомизация? Смотрим, что у нас доступно. Ага, это что такое? Увеличит мощность с повышенным потреблением горючего. Мощность автомобиля чего? 36. Интересно. Так, собирайте топливо, непонятно. Быстрый перевод, это не надо. Ну, посмотрим, что у нас вот это вот делает. Старт. Ну ничего себе. Ну тут надо бак прокачивать, скорее всего. Кто-то сзади меня догоняет. Тихо. Не, штука хорошая, кстати. С точки рвет вообще моментально. Есть. Первое место. Ну, конечно, подкачать надо кое-что, кое-где, но, в принципе, меня устраивает. Упс. Твою, блин. Да куда ты, тракторист Вася? Разогнался он там. Твое место сзади. Вот сзади и будь. Да лезет он. Я просто смотрю, думаю, как бы он не слетел с этого мотоцикла. Или мотоцикл, чтобы не перевернулся. Да, горючка быстро очень кончается. Залетели, отлично. Так, это была... Ага, еще гонка. Еще одна гонка. Фига я тут фокусник на переднем колесе. Смотри, вровень едем. Так, здесь я его... Вот здесь-то я его как раз и переплюнул, да? Во время прыжка. Так, аккуратно, аккуратно. Фьюх. Чудо какое-то было. Так, должен быть первым я. Да, так оно и получается. Я первый, друзья. И опять дошел до босса. Ох. Ну, не знаю, ребят, попробую, конечно. Что-то мне подсказывает. Да ёк, макарёк ты, твою ж... Какой фул же... Не, друзья, это... Это вообще не варик. Вообще не варик. Я не знаю, как с ним здесь можно вообще справляться.
Ну ты посмотри, что он вытворяет, какую дичь на самом старте делает. А мы... Понятно, короче. Нет, это не для меня, ребят. Я не знаю, что делать. Короче, давай так, напиши в комментариях, что лучше, прокачивать вот этот вот мотоцикл или же все-таки мне докачать мой супердизель. Если сравнить по мощностям, у нас супердизель просто трындец. 116 имеет, а этот всего лишь 27. Понимаешь, да, разницу? Вот напиши мне свое мнение. Мне вот лично очень интересно его узнать. Что лучше, супердизель? Он потому что ездит, по-моему, на супердизеле. Но только у него чересчур как-то круто. Слишком быстрее, все в разы. А чтобы мне прокачать мою тачку дальше, ты посмотри, сколько нужно параметров еще повысить. То есть, соответственно, это нужно зарабатывать деньги. И очень большие деньги. Да. Ну что, а на этом, пожалуй, я на сегодня закончу. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.